Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует в нашем любимом клубе, клубе, где мы собираем всех своих друзей, где нам хочется встречаться вместе с вами, где нам хочется общаться, слушать прекрасную музыку практически ежедневно. Здесь идут концерты лучших музыкантов нашей страны. Итак, вас приветствует Маримба Плюс! Мы решили сегодня по-другому построить программу, не раскачиваться постепенно, как мы это делали очень многие концерты, немножечко встряхнуться буквально с первой композиции. И первая вещь называется «Мерцание звезд» или «Счастливые 70-е». Thank you.
хотел бы сразу представить наших музыкантов. Нам так проще, потому что когда мы знаем, кто на сцене, и вы видите нас, вы знаете по именам, ну, знаете, совершенно другое ощущение, какой-то некий контакт появляется. Итак, Татьяна Шишкова, вокал. Сергей Нанкин, кларнет, бассет, горн, вокал. Александр Глушков, гитара. Евгений Ярон, бас-гитара. И Артем Фетисов, барабаны. Следующая композиция вошла в наш альбом, который называется Flight or the World. Теперь этот альбом, чему мы несказанно рады, вышел на виниле. Теперь есть виниловая пластинка. Это совершенно коллекционное издание, очень редкое. Я думаю, что на ближайшем концерте мы обязательно вам его продемонстрируем. Итак, композиция называется «Самба Лео». Thank you.
Счастье, ну, конечно же, благополучие в семье, с родными и близкими, это безусловно. А далее это удачные концерты и вдвойне удовольствие, когда эти концерты потом можно посмотреть самим, в том числе и в хорошем качестве. Вы знаете, казалось бы, ну что тут такого? Сейчас все снимают, берут телефоны, берут фотоаппараты, тотально просто, да? Но это на самом деле для музыканта удивительно редкий момент счастья, когда получается и сыграть хорошо, достойно, чтобы тебе потом было смотреть приятно, и снять хорошо, и еще записать, самое главное, качественно звук. Дорогие друзья, я очень хотел бы, чтобы после концерта каждый из вас заглянул и почувствовал вместе с Marimba Plus нашу радость от того, что мы проделали колоссальную работу. Уже два новых видео выложены в YouTube. Композицию, которую мы сейчас исполним, она называется «Альдебаран», и я как композитор посвятил ее одной из любимых исполнительниц, композитору, вокалистке, на которой я очень долгое время, скажем так, сидел, очень плотно слушал, мне нравились очень многие ее альбомы. Я говорю о Бьорк. Бьорк с удивительной фамилией Гудмусдоттер. И видео, посвященное Бьорк, уже выложено в YouTube. Оно вас ждет. Итак, композиция называется «Альдебаран». Thank you.
друзья, как у вас настроение? Скажите, пожалуйста. Нормально? Как слышно всех музыкантов? Нормально? Итак, еще одну композицию из нашей программы «Путешествие по миру». Она посвящена Индии. И на хинди она звучит так. «Маримба Чалан», что в переводе означает «походка в стиле маримбы». Thank you.
И, друзья, хочется сказать, что творчество Маримба Плюс состоит не только, как вы заметили, из композиций, связанных с культурой той или иной страны. Мы с удовольствием окунаемся, экспериментируем в различных жанрах, но, конечно же, в жанрах, наверное, скажем так, которые нам близки. Мы, если делаем какие-то вещи в сторону, допустим, электронных композиций или в сторону более тяжелых композиций, все равно стараемся сохранять собственное звучание, собственное лицо. Итак, композиция, которая видео тоже вы увидите буквально сегодня вечером уже в YouTube в очень хорошем качестве, называется New Heart. Новое сердце. Вы готовы? Не слышал. Вы готовы? Thank you.
следующей композиции. Это была неожиданно с вашей стороны выдержать такую паузу, пневмоническую практически. Вы, наверное, ждали, что что-то произойдет, да, после этого смеха детского? А нет. Итак, сейчас мы хотели бы исполнить вещь, музыкальное произведение, которое очень редко играли, буквально, может быть, один или два раза всего за всю историю. Это совсем новая композиция, и мы хотели бы исполнить ее втроем. Татьяна, Александр и я. Называется эта композиция «Весна». Thank you.
Достаточно большой период нашей творческой жизни был связан с фламенко. В интернете можно увидеть все наши события. Мы делали большие фестивали, приглашали очень известного танцора Адриана Санчеса, с которым мы объездили достаточно большое количество городов по России, выступали неоднократно в Москве. И из этой программы мы хотели бы исполнить специально для вас композицию, которая называется «Испанская фантазия». Мария Моплёс. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Всем счастья, любви, ура! Спасибо большое. Мария Маклюс. Татьяна Шишкова, вокал. Татьяна Шишкова, вокал. Сергей Мандин, кларнет, бассет, горн. Александр Мушков, гитара. Евгений Ярин, бас-гитара. И Артем Фетисов, барабаны. Перкуссия, маримба, а также композитор Лев Слепнер. Спасибо вам большое. Мы желаем вам хорошего настроения. Друзья мои, давайте общаться, быть ближе друг к другу в интернете. marimbaplus.ru. Недавно совсем мы переделали абсолютно досконально наш сайт, специально для вас. Он удобный, ясный, красивый, понятный. Пожалуйста, заглядывайте, пишите, оставляйте свои комментарии после концерта. Что понравилось, что не понравилось. Нам это очень важно. Реагируйте, будьте с нами. Мы живем только ради вас. Спасибо вам большое. Никита Белых, наш звукорежиссер. Никита, спасибо огромное за прекрасный звук. Огромное спасибо Марине Соболевой, нашему директору. Машенька, спасибо огромное за организацию наших концертов. Всех вам благ, счастья, здоровья и любви.
Маримба плюс.